кучкуют на песчаный пляж. В Севастополе вода отличная. Где-то примерно 25 градусов. Какой-то мальчик достает камни из штанов. Но тут здесь классная вода, теплая. Но шторм. Но утром штиль, но утром мы не... У нас не получается приехать утром. Мои спят, а я гуляю с котиком. Поэтому утром не выходит. Зато здесь классный песчаный пляж. Рыбалка, потому что вода холодная. Потому что они за горами, и просто тень от горы падает на поселок. То в Учкуевке закаты потрясающие. Правда, мы не в Учкуевке, а в Любимовке, но это с моей точки зрения одно и то же. Как бы они, ну, совершенно рядом, не знаю, даже где пляжи-то разделяются. Где Учкуевка, где Любимовка. Что за красивыми закатами в Севастополь, за красивыми рассветами к нам. Всего всем хорошего вечера.